нашей библиотеке много выставочных стендов. Один из стендов посвящен жизнедеятельности Фериддин Бека Кёчерли. В стенде находятся его книги и фотографии, посвященные его жизни. Этот стенд посвящен общенациональному лидеру нашего народа Гейдар Алиеву. И также здесь нашло отражение его отношение к детям. Здесь собраны книги действующего президента Ильхам Алиева и посвящен он его жизнедеятельности. На стенах нашей библиотеки представлены картины выдающего азербайджанского национального художника Саттара Бахузаде. Прошлый год ЮНЕСКО объявил его годом. Наша библиотека издает детский журнал, который называется «Гёйкуршах». В переводе он означает «радуга». Здесь находится его редакция. Сейчас пройдем в отдел обслуживания абонемент. Здесь обслуживаются дети различных возрастных групп. Абонемент делится на два сектора – сектор азербайджанской литературы и сектор на иностранных языках. Это национальный выставочный стенд, посвященный народному прикладному творчеству. А это наша комната сказок, которая обслуживает детей младшего школьного возраста. В этой комнате сказок собраны аудио, видео, DVD. Также здесь собраны говорящие книги, которые нам подарила британская гуманитарная организация Oxfam. Наши дети очень любят смотреть в нашей комнате сказок пальчиковый театр. Вот сейчас наш библиотекарь показывает спектакль по басне Крылова «Лисица и ворона». В прошлом году наша библиотека объявила акцию «Пусть живут наши сказки». На конкурс для этой акции было представлено много работ прикладного народного творчества по мотивам азербайджанских национальных сказок. На стенах вы видите аппликации, которые специально были созданы для этой акции и отражают наши национальные азербайджанские сказки. Этот стенд посвящен Азербайджану. В этом году мы будем отмечать 20-летие независимого Азербайджана. В прошлом году наша библиотека
проводила акцию «Сокровища детской мировой литературы». Мы обратились в действующее посольство Азербайджана с просьбой, чтобы они представили нам детскую литературу на их языках. Откликнулось 20 посольств, которые в общей сложности подарили нашей библиотеке 1500 книг. Самые интересные из них мы выставили в выставочном наших стендах. Здесь представлена литература России, Турции, Америки, Эстонии, Франции, Англии. Приведу вам интересный факт. Посол Италии в Азербайджане Марио Балди представил на нашу выставку свои личные детские книги, которые он возит всегда с собой. И потом он их подарил нашей библиотеке. Это наш младший читальный зал для детей младшей школьной группы до 10 лет. В читальном зале собрана литература на русском языке, на английском языке, на азербайджанском языке. Также есть родительский уголок для родителей, которые приходят вместе с детьми. Это наш большой читальный зал. В данный момент там проходит утренник, который посвящен юбилею 130-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского детского писателя Абдулла Шаига, который был автором многочисленных детских наших сказок. Именем Абдулла Шаига назван кукольный театр, названа библиотека. В этом году проходится 80-летие кукольного театра имени Абдулла Шаига. Наше мероприятие проходит совместно с домом-музеем Абдулла Шаига. Посмотрим, как проходит мероприятие. Мы находимся в фонде нашей библиотеки. Фонд нашей библиотеки насчитывает 270 тысяч экземпляров. Ежегодное поступление около 20 тысяч книг мы покупаем. Наша библиотека является научно-методическим центром для всех детских библиотек Азербайджана. Библиотека имеет в разных районах города Баку 3 филиала. Ежегодно обслуживает библиотеку около 20 тысяч читателей. Все процессы библиотеки являются автоматизированы, и мы используем программу «Ирбис».